Раз, два. Друзья, классическая стандартная двойка. Варианты контратаки. Что делаем, как бьем. Бернард Хопкинс, самый возрастной чемпион мира по боксу, который перебоксировал фактически всех в своем дивизионе. Что он делает после стандартной двойки? Левый прямой, правый прямой. Спонсор показа – вода «Триллионер». Доставка ледниковой воды по Москве. Подписчикам Максима скидка по промокоду «Бокс». Сейчас медленно Зинур бьет два удара. Я покажу вариант контратаки. Мы делаем классический уклон от левой руки. Соответственно, во внешнюю сторону сделать движение. Теперь, для того, чтобы остаться максимально близко к сопернику, не разорвать дистанцию и продолжить контратаку, я делаю следующий вариант защиты. Раз, двойку бей. Раз, два. Да-да, все, сейчас без остановки. Раз, два. Раз, два. Сближаюсь и продолжаю движение в эту же сторону. Достаточно нестандартно, сопернику сложно парировать, как правило. Раз, два. Раз, два. Могу остаться здесь, могу попробовать продолжить развить контратаку. Кидай. Раз, два. Раз, два. Бам. Один вариант. Хорошо. Два, три и так далее. То есть я остаюсь максимально близко с соперником. Еще. Раз, два, пробил. И здесь могу перегруппироваться, отойти. На самом деле, вот такой двойной вариант защиты для соперника крайне неудобен. Друзья, второй вариант защиты. Точно так же соперник бьет левый прямой, правый прямой. Я комбинирую две стандартных защиты. Это уклон под левый прямой и нырок под правый прямой. Так часто работал, бил знаменитый Майк Тайсон. Медленно опять левый, правый, хорошо. Медленно левый, сблизился, не спеши. Сейчас схематично делаем под левый. Я сблизился, вот локоть, про который я все время говорю. Перекрылся, соперника контролирую. И правый прямой. Бам, ушел. Могу просто уйти под правую руку, могу уйти с ударом. Медленно. Раз, два, могу пробить отсюда. Первый вариант, дальше. Раз, два, могу отсюда пробить. Раз, два. Любой вариант развития событий. Для соперника это достаточно непредсказуемо. Медленно-медленно, лоб. Раз, два. Бей-бей, набрасывай. Раз, два. Бум-бум-бум. Хорошо. Возвращайся. Хорошо, после этого. Хорошо.